Гвардии полковник, уроженец Таргарусского района Смоленской области. Гвардейская пушечная бригада под командованием Жигова участвовала в освобождении Польши и Берлинской наступательной операции. В ходе боев гвардии полковник Жигов лично участвовал в отражении 12 ожесточенных контратак противника. Заумелое командование, выполнение боевых заданий. На фронте и проявленный при этом мужество и героизм. Гвардии полковнику Жигову Иосифу Семеновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также Иосиф Семенович награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова во второй степени, Кутузова во второй степени, двумя орденами Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, медалями за отвагу и за оборону Москвы. После войны Иосиф Жигарев продолжил службу в армии. Скончался 29 ноября 1983 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище. Изведав все, и радости, и беды, и тяжесть стран от вражьего свинца, они даже не сумели до победы, пройдя войну до самого конца. Живых сегодня мало их осталось, нам не подвластно времени века. Судьба им всем нелегкая достала.